Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Значит, сегодняшнее видео по проекту Wikimoney Pro. Мне проект определенно понравился. Я сюда зашла на 250 рублей. У меня открыто две матрицы было. Вот, и я уже заработала 430 рублей. Значит, это с 250 рублей. У меня приглашено 13 человек, но активных только 2 человека. Так? Значит, вчера мне пришла выплата. 6 выплат мне вчера пришло. Вот 1, 2, вот 6 февраля, видите, вот это. Вот. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 выплат мне пришло по 50 рублей. Вот здесь вот на почте я 2 уже удалила, потому что они днем. А это уже поздно вечером пришли. Вот, раз, выплата 49,52. Пэйр у нас берет комиссию 6.02. Вторая 49,52, 6.02. Третья 49,52. 6.02 и 4. 49.52. Значит, 6.02. Все супер. Проект платит. Значит, я активировала еще бизнес-место за 600 рублей. У меня активен. И что еще значит? Сегодня, 7 февраля в 19.00 по Москве будет переворот структуру. Значит, новички, матрица очень интересна. Она мне так понравилась. Вот я новичок пришел. Ну, пришла, да? В самом низу. И будет переворот структуры. И новички окажутся лидерами. Понимаете? Вот это супер. Мне вот это очень понравилось. Вот даже покажу партнеров, что у меня 13 человек и 2 активных. Вот всего 13 и активных 2 штук. Неактивных 11. Так? И вот здесь можно нажать и попасть на главную страничку и посмотреть матричку. Очень интересно, безумно. Мне так понравился маркетинг. Он необычный. Есть группа ВКонтакте, добавляйтесь. Есть чат Telegram. Вот. Тоже можно добавиться. Вот здесь вот короткая. Я уже не стала заливать. Можно здесь на главной страничке ее посмотреть, как она будет работать. Так. Тут сколько секунд? Минут, секунд. Вот. Видите, это все можно просмотреть. Деньги идут лидерам. Как заработать новичкам. Вот и переворот структуры. Оп. Новичок стал лидером. Север-лидер платит новичку. Вот такой вот маркетинг. Ребят, ну согласитесь, что очень неплохо. Значит, ну и здесь. Так. Вот за 250 подробнее маркетинг. Это все можно как бы посмотреть. И у меня линейный маркетинг автоматически. Ну, вот я активировала, так как я... И что у меня некоторые спрашивают, можно ли активировать вот этот маркетинг фри, не оплатив этот, вот этих два. Нет, нельзя. Нужно сначала оплатить или за 250, или за 600 рублей. Или и этот, и этот. Там уже каждый смотрит по своим финансовым возможностям и желаниям. Что ему удобней, как бы более подходит. Только после этого уже можно оплатить, это активировать, вернее, она бесплатная, линейный маркетинг. С этим понятно. Ну, в принципе, буду ждать переворот структуры. Мне очень-очень интересен как бы этот проект и как бы
занимательно очень, потому что я впервые участвую в таком проекте. Продолжение, естественно, будет следовать. Кому интересно, присоединяемся. Не интересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!